Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это игрушка GTA 4. Мы продолжаем ее с вами проходить. И у нас есть целых 4 выбора. Это Болгарин, мистер Болгарин, Морри Кибуц, Юсуф Амир и, конечно же, Тони, Тони Принц. Такси, 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 такси. Стойте, стойте. Это занята, походу. Тони? Тони, как жизнь? Да все разваливается. Так, ничего особенного. Говорят, что ты считаешься по группе с какими-то русскими. Это что за козлы? Ты перешел на темную сторону? Да нет, ты че? Обознался кто-то? Ладно. Черт, этот стресс меня в могилу скоро сведет. Успокойся, не наезжай, я скоро приеду, береги себя. Да подождите, вы, ну ничего, нету свободных такси вообще, что ли? Нет, есть. Да, Болгарин. Болгарин. Давайте. Here we are. Thank you. Высадка. О, приветствую, добро пожаловать. Присаживайся, скорее. Спасибо. Что-нибудь выпьешь? Стаканчик крепкого. Да нет, спасибо. Умеешь играть на барабанах? Нам позарез нужен барабанщик. Это не ко мне. Вы, латиносы, умеете держать ритм. Подыграй нам, приятель. На барабанах не играешь, танцевать-то умеешь. Может, ты с нами потанцуешь? Я танцую, но не с мужиками. О, а жаль. Вы сами-то танцуете? Деньги не пляшут. Запомни, дружище. Ладно, вы говорили, что есть работа. Погоди, погоди. Слушай. Вот оно. Попросите эту гориллу сделать паузу. Слышь, засунь себе эту гитару в жопу за 50 штук. Нет, не могу тебе познакомиться с людьми, которым было бы интересно. Оу, ладно, не ругайтесь, пожалуйста. Короче, ты знаешь хоккейную команду Rampage? Ее хозяин отвергает мои предложения, хотя они более-менее адекватные. После того, как ты переселял прикормленных им копов, хочешь, чтобы я с ним разобрался? Время разговоров кончилось, приятель. Тебе придется поработать в его зале для совещаний, доставить сообщение. Слушай, я же не убийца, я могу кому-нибудь морду начистить, но я не киллер. Его офис находится в здании MeTV. Пробираться внутрь будет непросто. Найди себе кого-нибудь еще, это не мое. Я на такое не подписывался. Извини. Я не обсуждал планы твоего карьерного роста. Я сказал, что тебе нужно сделать. Так что давай, принимайся-ка за работу. Иди. Поехали! Ну-ка, подожди меня. Едем на вертолетную площадку в Южном рыбном квартале. Ехать довольно далеко. Мистер Рэй хочет, чтобы я за тобой присмотрел, чтобы ты сделал то, что тебе сказали. Да мне не нужен досмотрщик, но мистер Рэй считает, что нужен. Ой, блин. Думаешь, я что, работать хочу с тобой? Мне пофигу. Ну и ладно, мне тоже. Ну и что? Что? Как дела?
отвали от меня. Расслабься, я просто пытаюсь поддержать беседу, в конце концов, это практически моя работа. Твоя работа — Грохов Маргейшвили или Рэя Болгарина. Тимур, ты знаешь, мне нравится думать, я могу разговаривать людей. Я пытаюсь их расслабить, помочь им раскрыться. Люди раскрываются, когда получают пулю в череп. Когда ты их валишь, приятель. Ты киллер, как и я. Как Болгарин. Сказал, так и надо сделать. Гостей, приимство и равнодушие — это для слабаков. О, с тобой не сработаешься. Да пошел ты нахрен, это с тобой не сработаешься. Ты сам-то не знаешь, кто такой. Вот я как раз таки знаю, я, конечно, не ангел, но так не всегда. О, я эту песню слышал, конечно. Да, отвали ты. Хочешь мне рот заткнуть? Окей. Ладно, давай, короче, оба будем молчать. Тимур неразговорчивый балбес. Конечно. Ладно, давайте доедем уже до конца. Чик-чик. Садись в кресло пилота, блин. Ого, Маверик, что ли? Нет, там, по-моему, что-то было другое написано. Да, это... А, нет, это Маверик. Надо подняться над Звездным проспектом. Надо пролететь на Гумбольд-Ривер, иначе мы не наберем высоту. Это гарнитура. Вот, держи, я буду тебе говорить, что делать. Всегда мечтал иметь такую штуку на другом конце провода. И какой же у нас план? Офис Ашвили в здании МИТВ. С улицы туда не пробраться, тебе придется спрыгнуть на крышу. С вертолета? Офигеть. Это несложно. Я бы сам это сделал, но тогда люди Ашвили отомстят моей семье на старом свете. А моя семья тебя волнует? Абсолютно нет. Тогда почему нельзя просто приземлиться на крышу? Ты думаешь, они не заметят, как на крышу садится вертолет? Надо действовать тихо. Когда проникнешь внутрь, я скажу, что делать. Убьешь Ашвили, отправишь сообщение. И выберешься из здания, я тебя там подберу. Тебе самая трудная часть, блин, осталась. На самом-то деле, самая легкая. Еще выше надо. Приготовься, сейчас будешь прыгать, я возьму штурвал. О, нифига себе. Передай привет Ашвили. Напомни, зачем я с тобой только связался, блин. Ну ладно, я уже понял, на какое нам надо здание приземляться. Вот на это. Ты видел это? Кто-то забрался на крышу, посмотри, что там такое. О, сейчас он сдохнет. Сдохнет. Попадется, сейчас попался, зараза. Мы сейчас ему яйца отстрелим. Это посмотрим, кому мы еще... Кому вы их отстрелите? У меня оружия маловато. Совсем. Ну-ка посмотрим, сколько у меня оружия. Вот этого будем использовать. О, бронежилет. Бронежилет мне очень нужен. Как там?
Опа, вот это засада. Ну ты чё, там жив еще? Естественно. Не твоими молитвами только. Глупая идея вот так вот скатиться сюда, балбес. Вы в отчаянии или просто глупые? Давайте, заразы, идите сюда. Ко мне. И где ваш главный? Отвечайте. Тимур, ты пропускаешь все самое интересное. Я рад, что тебе нравится. Я в курсе был, что это работает для тебя. Марки, где? Ну что, все? Отстань. Это еще чудо, что я жив. О, вот в эту дверь надо. Какого фига я с этими русскими вообще связался? Ой. Я, кажется, компьютер сломал. Ой, блин. О ремонте, блин, хлопочет. О, смотрите-ка на него. Работай давай, блин. Надо было бабки брать, наверное. Если кто-то из той девочки латинос, я уверен, что она совершеннолетняя. Она выглядела старше своих лет. Скажем же, может такое случиться. Ты чё, агент какой-то, что ли, или что? Ты что, молишься, что я тебя так отпущу? Нет, посмотрим, как ты сейчас вылетишь отсюда. Тимур, он готов. Это он убил Эшвили. О, нет, пора прыгать отсюда. Да. Эшвили больше нет, мистер Рэй будет доволен. Да, только передай ему, что я не наемный убийца, я не для этого с ним связывался. Прошу прощения, мистер Бармен, ты сделаешь так, как мистер Рэй скажет, понятно тебе? Увидимся еще. Засунь свою гитару себе в жопу. Баллада. И то они, конечно, выполнили. Что ж, давайте вновь поедем к болгарину. У него еще одно задание есть. Блин, а что они все заняты-то? И это занято, и это тоже. Все заняты. А как насчет этой? Это не занято. Только ты мастер парковки, конечно. Таксист. Болгарин. Болгарин. А сколько у меня, кстати, здоровья? Да, еще нормально, хватает. Ой-ой-ой, тихо. Противодействие. О, мистер Луис. А где человек-оркестр? Да, он работает.
Рэй? У меня гости, заткнись, пожалуйста. Не смей затыкать меня. Короче, мне тут нашептали, что у тебя есть бриллианты на продажу. Но не у меня, у моего босса Тони, другого босса. Ты получил у них от толстого повара? Рэй, ты что тут делаешь вообще, а? Я пробуду здесь столько, сколько захочу. Да, ты есть такой крутой, а где твой дом Мидл Парк, где спортивная команда, а? Да заткнись, козлина, ты блин. Пошел нафиг, Рэй. Да заткнись, тебе сказали, козлина. А с ней все в порядке? Думаешь, у тебя пушка большая, ты такой крутой, да? Твой крайний был таким крохотным еще, блин. До того, как ты стероид начал принимать. Не обращай внимания, Луис. Так вот, насчет бриллиантов. Я должен поговорить с Тони. Не надо говорить с папочкой. Мне казалось, что я воспитывал настоящего мужчину, а не мальчика на побегушках. Я не торгую тем, что мне не принадлежит. И, кстати, мужской работает, мне еще не предлагал. Да, скоро, дружище, скоро еще. Хочу, чтобы ты помог Тимуру, он должен поговорить кое с кем, ты его прикроешь. Ладно, я понял, только расслабься. Я сам решу, когда мне расслабиться, ты понял меня? А теперь вали отсюда. Отправляйтесь к зданию, защитите Тимура. Этого неразговорчивого. Блин. Короче, надо опять найти такси. Эй. Куда ты поехал? Подожди. Господи, что за дебильные таксисты в Liberty City, а? И в Лос-Антосе, кстати, тоже. Привет, Луи, что такое? Тебе просьба, я должен проследить за одной сделкой в Денвере, маленькой Италии. Мне не помешало бы что-нибудь дальнобойное. У тебя и найдется охотничье ружье? Поохотиться решил на людей, небось. У меня есть для тебя крутейшая снайперка. Оставлю ее там, в переулке, давай до встречи. Так. И здание тоже здесь. Я в курсе, что будет, что сейчас будет, и скажу, что просьба воздержаться от просмотра следующей сцены детям и людям со слабой психикой. Привет, я на месте, ну что? А, ладно. Короче, ты видишь коробку на том месте? Да, вижу. Так вот, открой ее. Уже открыл? Не-не-не, сейчас, секунду. Так, вот. Узнаешь его? Ё-моё! Полагаю, ты с ним торговал бриллиантами. Какого фига? Да мы же у него стекляшки купили. Да, вы сговорились и решили меня обокрасть. Мы просто у него забрали камни, слушай. Не-не-не, ты послушай меня, я тебе дал возможность, и ты против меня, блин, пошел. Я ничего не знаю про эти камни, но думаю, это уже не важно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы стереть с лица тебя и твоего гея, понял? Ой-ой-ой. Офигеть. Ничем не лучше Дмитрия Раскалова этот болгарин. Поступил с Луисом так же, как Дмитрий с Ника Берегом. Не прячь свою башку. В принципе, чему тут удивляться, что болгарин так поступил? Если в оригинальной четвертой части болгарин был отрицательным персонажем. Я еще жить вообще-то хочу. Вы что творите? И я
уйду живым отсюда. Блин. Прячется. Рэй, ну ты и скотина, блин. Вылезай. Больше никаких дел с тобой не будет. Забрал бы ты себе эти долбаные стекляшки, блин. Вот это геморрой, а. Это 100% еще не все. Черт, заперто. Ого, сколько у него друзей-то, а? Даже на вертолетах. Надо в пилота попасть. Бум-бум, тебе понравится. Один чувак кидает гранаты, надо. Еще двое. Ой-ой-ой. Там снайпер еще есть. Да, это кто? Нет, это не Тимур. Никакого обещанного Тимура мы тут не увидели. О, еще один. Ты чё, жив ещё, что ли? Достаем пушку и лезем туда. Но нужно быть осторожным. О, это то, что нам нужно. Вместо карабина. Вместо М4, да? Да. А, это трупы, я думал, это не прячутся. Ой-ой-ой, гранаты! Их! Откуда-то еще стреляют? А, вот. А, вот еще. Блин, не попадаю. Странно стоит машина так. Ладно, придется, наверное, кинуть одну из этих бомб. Нет, не попал. А. Попал. Так, еще кто-нибудь остался? Эта пушка кончилась уже. Как печально. Все, вроде бы больше нету русских. По крайней мере, я не вижу никого.
Рэй Болгарин, ну ты скотина. $6,000 откуда? Наверное, с трупов собрали. Луис, я тебя что-то обыскался. Тони, нам надо поговорить. Помнишь этого парня, Рэя Булгарина? Того русского гангстера? Как думаешь, он нам даст денег, чтобы выбраться из этого кошмара? С ним лучше не связывайся, не хочу тебя грузить. У нас слишком много проблем. Знаешь, проблемы уже начались. Я тут поговорил с ним о кое-каких делах. Походу, те бриллианты, которые мы купили, сперли у него. Он отрезал голову тому повару, и он теперь хочет пришить нас. Ой, жалко парня. И о чем ты только думал, когда ты к ним пошел? Ой, извини, я облажался. Для разнообразия я вляпался в кучу дерьма. Да, ты меня очень сильно порадовал. Ладно, думаю, можно поехать к Тонни. Почему бы и нет? Он у нас вроде бы недалеко. Болгарин, конечно, тот еще. А зачем тут удивляться? Булгарин, кстати, имеет то же самое сходство, что и Дмитрий Раскалов и Биг Смоук из GTA San Andreas. Также были союзниками главного героя, также предают их и исчезают из игры до финала. То есть Рэй Булгарин тоже не будет появляться в игре до последнего задания. Будет только пару звонков от него. Не так быстро. Так, здорово, чувак. Здорово, Тони. Тони там? Да, слушай, можешь задержаться немного? Быстренько, я хочу тебя попросить поговорить с Тони. Говорил, не занять тебе нет хода. Не, я о другом. Прикинь, я скоро буду знаменитым. Серьезно. Ну и что? Ты с катушек слетел, есть что-то важнее? У одной из завсегдателей местных? Есть своя телекомпания. Они снимут обо мне. Залое шоу обо мне. То есть хотели бы снимать про какого-то латиноса из Бахана, а он пропал. Теперь я буду героем целого шоу. И целыми днями только тут и стоишь. Ты чё? Да, это сплошной стресс, конечно. Ты посмотри, какие тут трагедии, разборки, любовь и так далее. И все это от лица чувака, который у него есть сердце. Да уж, это будет просто офигенно. Сейчас, извини, мне надо на землю вернуться. Да-да, я с ним. Эй, я разве сказал следующий? Нет, ты говорил, что я следующий. Вернись-ка в очередь, а? Пошел ты нафиг, знаешь что? О, как ты, Тони? Да, мы тут скоро разбогатеем. Ты посмотри, дофига голубых готовы тратить свои денежки. Что-то не так с этим миром. В мои времена геи были одноногими. Одинокими, точнее, подбытыми и ненужными. А теперь они радостно воркуют тут друг с другом, делятся рецептами. Во психотерапии, что творит? Ну и куда делось это самоуничтожение, а? Босс, мне кого-то убить надо? Да не. Так, а вообще-то да, кучу народа, просто толпу. Вроде договорились встретиться здесь, ну и фиг с ней, я так обойдусь. А мы с тобой своим собственным благосостоянием, потому как содержать ночной клуб, это не так уж и круто, как раньше. Так вот, в чем дело-то? Садись. В бриллиантах. Ходят слухи, что их будут сливать прямо в Либертуане. Думаю, стоит туда наведаться и самим выкупить их с офигенной скидкой. Ладно, погнали. Эй, может быть, я сам с этим справлюсь? А ты дождись здесь, как только вернусь, сразу тебе позвоню. Эй, я не под кайфом. Нет, под кайфом ли я, в смысле...
О, это мой друган, Луис, как жизнь? Слушай, нет времени на разговоры, надо взять твой вертолет. Который? У меня тут целый парк. Особенный, со всякой военной фигней. Стервятник? Конечно, братыл! Он, можно сказать, вдвое, я его чуть-чуть доработал, тебе точно понравится. Он на вертолетной площадке. Спасибо огромное. Такси. Занято. Ай, твою же. Вообще-то придется, походу, сначала съездить за броней. А вообще-то зачем? Ну ладно, такси в любом случае надо, чтобы взять мне броню. В оружейный магазин. И давай, езжай, блин. Мне нужна броня. Срочно. У меня совсем мало здоровья. Мне всего лишь нужен этот бронежилет. Ну и почему бы не взять пару снарядов для этой штуковины? О боже, какой дорогой. Но и не страшно. Трех снарядов, я думаю, нам будет достаточно пока. Давай, на вертолетную площадку. Вот кто так едет, а? Вот кто так едет? Вот... Это что сейчас было, а? Ай, дебил. Ой. Сам себя убил. Ой, блин, что за идиот. Таксист, ой, таксист, что за идиот. Я это точно оставлю в виде, чтобы посмотреть на это. Кто так ездит вообще? Вот кто так ездит? О, вот это офигеть. Вот это вертолет. Обалдеть. Ой. Летите в музей. А, я в курсе, что за миссия сейчас будет. Такая миссия была в третьем сезоне. За Ника Белика. Бриллианты в данный момент. Либо у Джонни Клебица, либо у Ника Белика. Я не помню, у кого конкретно. Помните, короче, там была сделка с Ника Беликом, Джонни Клебицем и бандой Исака. И вот, эту сделку сорвал Луис Лопес. А теперь мы, играя за самого Луиса Лопеса, сделаем это. Вы ведь знаете, как обстоит дело? Нет проблем, за дело. Ладно. Давайте посмотрим товар. Мори, иди сюда. Подождите, раз пошла такая пьянка, дайте нам взглянуть на бабки. Конечно, без проблем. Вот они, чудо, не так ли? Ничем не меченые купюры, никакой истории не нужно отмывать. Хорошо, Нико, покажи ему товар. Двигай сюда, Мори. Исаак, ты только глянь, роскошно, правда? Все равно это концентрированные деньги. Исаак, они просто офигенные.
Так, козлы, никаких глупостей, если жить хотите. Пошел ты. Хватай это дерьмо, мужик. Погоди, слушай, если вытащишь меня отсюда, обещаю, я поделюсь с тобой. Обещаю. Сделай одолжение, не принимай близко к сердцу, ладно? Они были украдены уже у нас. Пропащими. А еще этим хмырем Рэем Бачино. Там идет реальная атака. Джонни Клебец, Ника Белик воюют с бандой Исака. Если мы в них начнем стрелять, миссия провалится. О боже, да тут копами кишит все. Ничего, на... Ой. От лица Ника Белика эта миссия была в серии «Бриллианты ценнее всего». Луис, ну и чё, как сам? Неплохо, встретимся у вертолетной площадки West River, я там скоро буду. Ладно, сейчас приеду. Ради меня, давай. Не знаю, на чем вы летите, но рекомендую посадить. Этот золотой петушок не летает, но он вооружен очень хорошо. Ой, он же не так поворачивается. Ох, ё-моё, вот это... Стреляет он. Развернись, 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 развернись. Ой, вау. Походу они круче, чем мы. Вот я не попадаю что-то. Странно очень. Все время мимо. Черт, попали. А вот у нас что-то низко очень все время. Постоянно. Опять попали. Да почему низко так? Есть. Еще один. Лучше не связывайтесь со мной. О, сразу отлично. На этом вертолете можно сделать что угодно, блин. В 5-м сезоне «Пропащие обреченные» тоже будет эта миссия за Джонни Клебеца. Прикольно, да? Здесь будет еще одна, в этом дополнении «Баллада Гейтони», еще будет одна совместная миссия. Правда, в ней не будет Джонни Клевиц. Ой.
Ой, не на ту кнопку жму. Как это посадить, этот старый ржавый вертолет, а? Терпеть не могу сажать вертолеты. Это неудобно. Отлично. Прикольная миссия была. Ну давайте еще одну и хватит. Вот ты и круто выступил-то. Да, научиться от тебя древнему искусству это скрывать свои таланты. Вот бриллианты. Смотри, не потеряй их еще раз. Спасибо. Отвезу их в сейф сразу же. Так, бывай, Тони, на всякий случай. Луис, слушай, спасибо за стрелятника. Неплохо ты его разрисовал. А ты думал? Спецом немного патрулить сволочем, спрятаться в песочке, а потом выскочить. Я кобра небесная, летаю на кобровых крыльях. Я крутая кобра, летучая. Сойлом не возьмите, тебя жало. Да, короче. Рад, что смог помочь тебе. Да-да, спасибо тебе за помощь. Болгарин. Интересно, какие гневные комментарии он нам сейчас скажет. Алло? Слушай, я тебе уже говорил, я вообще не в курсе, что это были за бриллианты. Надо было меня спросить, а не бегать по городу, выставляя себя на посмешище, блин. Это за тебя, за твоего босса. Теперь вас всех убьют. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы... О, мне плохо слышно. Пока. В общем, на этом, пожалуй, стоит закончить. Не буду я еще одну миссию выполнять, довольно долго это будет. Всем спасибо за просмотр, с вас лайкос, подписывайтесь на мои эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы и на группу ВКонтакте. Всем пока.